10 домов в Артеме отремонтируют по программе капремонта в этом году. Как сообщает пресс-центр мэрии, в округе действует программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории края, рассчитанная до 2043 года. В этом году по программе планируется отремонтировать 10 домов, в том числе часть крыши дома номер 4 по улице Кооперативной. Всего на работы по реконструкции зданий будет выделено порядка 86 миллионов рублей. В этом году запланировано переустройство кровли домов по улицам Ангарская 5/1, Интернациональная 64, Лазо 36, Норильская 4, Силина 40. Отремонтируют крыши и фасады по улицам Донбасская 25, площадь Ленина 7. Также обновят кровли по улицам Каширская 43/1, Ленина 15 и Кооперативная 4, которая была частично уничтожена в пожаре. На сегодняшний момент выделены средства из местного и краевого бюджетов в размере 14 миллионов на демонтаж поврежденных металлоконструкций, а также установку новых. А вот саму кровлю дома по улице Кооперативной 4 сделают за счет средств фонда капитального ремонта.